Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ерофеева Елена. Я работаю ассистентом стоматолога в сети клиник Мегастом уже 20 лет. За это время наработано достаточно опыта, навыков, которыми я готова с вами поделиться, с ассистентами. На мастер-классе я вам расскажу особенности приема на ортопедическом, терапевтическом, хирургическом приеме. Мы с вами поговорим о том, как эргономично распределить рабочее время ассистента, о том, как максимально принять участие в лечебном процессе, как помочь доктору. Хочу особое внимание обратиться к докторам. Доктора, направляйте ассистентов на обучение, ведь опытный ассистент сократит вам рабочее время как минимум в 2 раза. А чтобы научить ассистента, надо потратить на это время усилия, какие-то эмоциональные затраты. В частности, в учебном центре Мегастома будет проходить моя лекция, на которой мы обсудим с ассистентами все волнующие вопросы. Обсудим, как работать с тяжелыми пациентами. Тяжелые пациенты бывают разные ситуации. Как работать с детьми, как работать, особенности работы на хирургическом приеме, имплантации, ортопедическом приеме. Как можно больше посмотрим слайдов, где ассистент принимает максимальное участие в работе и сокращает время приема пациента, экономит время доктору. Буду рада вас видеть в учебном центре Мегастома.